давайте сегодня будем рисовать котенка Мусти, который тоже собрался рисовать рисунок. Для начала нарисуем глазки, носик в виде крестика, ушки и мордочку, усы, кофточку и, конечно же, лапки. А вы знаете, сколько лапок у котенка? Наш Мусти держит карандаш, и у него есть огромный длинный пушистый хвост. Нарисуем ему листок, чтобы он мог рисовать, и много-много разных карандашей, которые стоят в карандашнице. И, конечно же, ластик, чтобы стирать помарки. Раскрасим нашего котенка кофточку красным цветом, розовым карандаш, красным, сиреневым, желтым, зеленым, синим и раскрасим карандашницу. Точно так же и ластик. Отлично получилось! А вам понравилось? Кого еще хотите рисовать? Пишите в комментариях, и мы обязательно нарисуем.